Так, у нас прокол покрышки. Вот здесь вот внутри, по внутреннему. Вот оно. Стали смотреть, значит, в чем проблема. Сначала нам показалось, что проблема имеет место быть, потому что вот заусенец металлический торчит раз, заусенец металлический торчит два. И как раз вот на этот, на первый заусенец у нас пришелся, скажем так, прокол. Удар вот там вот такой, он очень сильный. На самом деле есть. Но у нас есть еще прикол. Вот так вот у нас выглядит стык. Вот такая железка высотой 2 мм с острыми краями торчит вместе стыка. И она очень острая, то есть можно даже палец поранить. И вот как бы я не знаю, стоит ли ее полировать или какую сюда высокопрочную ленту надеть. В общем, проблема с качеством обода. А обод у нас Forward.